Мазар Библ. Тут. Да тут все кроме двух тел. Ты купил Монорот только уйти? Чё ты купил? Вот это хреновина. Ну, а что там повысил карму, я забыл. Пока ничего не трогается. Придем на босс тогда. Монород, что ты там купил? Что там за дракона продают летающего? Это маунта за 300. Воздух висит, вот. Все, поехали, трошачок. Не, это питомец, там есть это маунт за 300. А там... У него он есть, там ящерица обычно. Херня. Неинтересный, короче, маунт. Пока опилки сыпались, а не перья, да? Народ с ним будет везде бегать. Добегался. Там девка валяется. Он мысленно с нами. А чё ж вы его с пола-то не соскребли-то? Ты петушиная саванна писала, что его сегодня не будет. Казнить. Дальше щипать и зажарить в духовке. Да не, мы отравимся еще в группу, ну его нахуй. На ветке и провернуть. Хотел стоунтить коня. Охладили этого рогалика. Лёх, я разролю чё вчерашней воронки, пока она трошит. Ну чё, поехали, воронка номер один. Просто так или как? Чё, Брюм, что за дела? Твою сотку просто. Чё, воронка номер два? Была распажа. Все сейчас сделаем ПК соляры, и у них не будет сутки. По-любому.
Если бы еще что-то падало с него. Печенька падает. Печеньку и задонить можно. Всего лишь 200. Не то, что долгоног, блядь, на долгоног хуй нахопишь. Сколько печенька стоит? 200 бонусов со скидкой. Я что-то видел 500 бонусов. Третья воронка. Было по 500 делать. Ну, а где третья сотка? Ну, то есть сделаете. Им резко день понадобились, то что они сделали скидки и после этого еще добавили печеньки. Вообще не в тему, с учетом того, что они ровно буквально пару дней назад писали о том, что не будет этих печенек, пока киль не упадет. Но они понимают, что сейчас люди потом деньги не будут тратить вообще на игру. Когда начнется заваруха какая-нибудь крупная, блин, эпидемия и все остальное. Хоть что-то уру. Так, больше на Алекса же никто на третий не кинул, да? На месте Элбрила должен был быть. А у всех у мобов значок рядом орды. Какое-то нововведение на XT. В смысле, где? Ну вот я сейчас пью моба, у него рядом с головой значок орды. Вот именно на аватарке. Где голова золотого дракона, типа, пометка, что да. Мог или там, да, орденский знак. Это типа с X3 теперь такая фишка. Что-то вроде такого не было. Че, авара сегодня убиваем? Че там убивать? Надеюсь, что раз, не он два с первого. Тут еще повезет. Ну да, с расстановкой. Главное, что первый или второй с первого. Нет. А где про товар? Какой? Вот этот молодец. Новенький. Тебе на ДК-шку придется заходить. Товар и сила, ДК могила. Может наоборот? Великий цитатник воин. О, смотри. Что там, птичка заклевала? Так, короче. 150 усилков. По хилам. Кто в прошлый раз тут стоял? Слева? Да. Розария, Босса и... Костя, по-моему. Полина. Не, Полина, да, Полина стояла. По хилам здесь черепе, тогда Розария Мосса останется. Штормсингер вам присоединится.
Ваша основная задача здесь. Все усилки в ХП, роты, выживать. Дальше. По танкам. Народ, на какой ты стоял платформе? Первая же туда, слева. Короче, становишься... Коват, сюда становишься, где я стою. Дальше. Я сюда стану. Здесь звездочка. Народ, на вторую станешь, войд на первую. После первой войд у тебя заберет, и ты сможешь полностью работать по рейду. То есть где-то диспелить и всю эту хуйню. Так, он дальше. Полина, здесь? Да. Короче, это ты стоишь здесь, как просто стоял, хилишь. Здесь, где я стою. Дальше. Этот Элбрил с Покатотом, как и в прошлый раз, в рейде тусите. Этот по троллю. Так, там в Самонте потиху. 3 минуты даю, там, ладно, 5 минут даю, что все усилки поменяли. Резистансы там. Я между платформами уточню, потому что я таланты меняю. Да, ты между... Если ты на первой платформе хилишь монорота, плюс по рейду достаешь. Вот. И, в принципе, по танкам воет, как обычно. Там ложу будешь кидать. Это, я думаю, это не проблема. Дальше, что еще? Ну, по контролю мобов. По контролю мобов анкил, помнишь же все, надеюсь? Да, да, да. Вот, отлично. По поводу диспела на второй фазе. Короче, смотрите, до второго, то есть двум махом вам надо будет только на первом фениксе диспелить. Дальше можете не диспелить, потому что будет монород диспелить. Вот, а дальше. Следующий нюанс. Чоль. 4 лока. Плюс Кирс, плюс ЖНН. ЖНН, если что, это... Будешь где-то корневать, тоже помнишь, надеюсь. Кирс то же самое. Смотрите, не проебить троллем. Основная задача на второй фазе, чтобы потихоньку мобы заходили. Не стояли в контроле, а потихоньку заходили в босса. По два. Максимум... Не, по два. 1-2. Чем больше мобов зайдет, тем меньше вероятности вайпа. Плюс на эфире. Не забываем отворачивать. Больше этот там... Да сумманите, кто там усилки меняет. Дай пока 3 минуты перекура, чтобы все это поделали. Как раз. А кто стоит слева направо, первая, вторая платформа? На танке? Да, на танках только. Сначала Войд стоит на первой платформе, на второй монород. Это справа налево. Так вот я и поэтому узнаю, вот он сказал мне, я стою на первой платформе, то есть он сказал, там, где я стою, там это сидит, он показал третья, четвертая, а вот хилы, кто стоит на первой, второй платформе? Я слева. Стою и пока тут, на рейде, и еще кто-то один. Ну, ты на рейде, я спрашиваю, блин. Зачем тебе это знать? Там стоит Мосса, стоит Шаман и стоит, блин, Холи Пау. Там стоит Коват, стою я. Я думаю, что им там, блядь, в носу ковыряюсь, можно будет... Главное, чтобы выживали при взрыве мобов. А и кого нам не хватает? Да мая. Я думаю, какого лучше. У нас выбор невелик.
Лучший вариант Фарада. А он что, на X3 что ли там заседает? Да нет, сейчас скоро должен подойти. Меликс, блядь. Ты это шапку от трансмут сделал? Вот он теперь страшно выглядит, да? Одна шапка нормальная. Увидел этот скрин, блядь, свет. Согласен, шапка-то топовая. В отличие от остального шмота. Шапка вообще топчик. Лёх, на наручи тут защиту от огня, да? Да. Меньше тебя прошибать будет, и при взрывах легче будет выживать. Рада пишет, что он все еще на работе. Блять, какой работе? Долбал. Сейчас подумаю, может другого кого возьму просто. Отойду. Может медика взять? Ну, из ДДшек только у нас что, сядь вон на замене есть и все. ДДшек? Еще есть ДДшки. Лучший, лучший. Вагончика взять, да? Ну, Ливана могу взять. А он тут хоть был в этом? Есть смысл? Да был он, трейлер АЛР. Знаю. Сейчас покурю. Нас минус откидывал какая-то этого, блядь, совы. Минус корни, минус вихрь, или как он там? Почему? Он есть. Блядь, они в прошлый раз вдвоем были. Ты видел, там вообще прям на писечке все контролилось? Да видел, видел. Прям, блин. У нас дополнительный лог. Ну, понятно. То есть у нас дополнительный контроль от лока. Прям на крайний случай, вон, пока тут есть, у него есть салат. Лок не айфона второго. Лок не откидывает. При критическом каком-то там. Да там на самом деле дохуя так уже откидывать не надо. Ну там в основном вот на третьем и четвертом надо будет откидывать. Потому что там много будет копиться. На четвертую, да, там будет Холокост. Как там, в прошлый раз. Там просто надо те, кто может контролить, вообще прям контролить, забить надо. Наверное, так. Чего париться? Сейчас первого пула убьем, да разойдем. Пойдем дальше. Зато у нас сейчас танки меньше проседать будут, больше прохило по рейду. Так, вот шипешка бы зашел. Где бы еще один? Привет. А что там Яна не может зайти? Ты меня спрашивал? Кирс. Где Кирс? Так, а сколько у нас меликов получается? Пока что 3. Может, одного милика для бурст урона взять? Если лучше не потанчить, с Магваром подомножить.
ДКшка сложена абсорб. Резиста 150 лишних не бывает, и уменьшение 4% урона. А там не все же резисты, там только от льда и тьмы вроде. Огня, лед, огонь. Да, лед, огонь. Ничего себе. 150 дополнительного резиста рейду, манориен, плюс 4% уменьшение урона по рейду. Вы обмазываетесь резистами. Мини-купол. Говно. Плюс манориен, ебать. Да, типа того. По 30 тысяч мана регенерили, пацаны. И ну эти буливаны погнали. Я готов. Был ДКшник говном, сейчас теперь нормальный пацан. На первой фазе мосса по диспелу. Вторая фаза мосса там, с левой стороны. Этот. Здесь маги, потом монород. Плюс монород будет еще подконтроливать, так что не парьтесь. Сейчас монород гораздо быстрее освободится, чем раньше. Почему? Плюс диспелить будет. Рыбу ставлю. А почему он раньше освободится? Ковач сейчас танчит на последней, ну типа на последней платформе, первой слева, а я на второй, а он будет на второй платформе. То есть вы убиваете первого, и монород освобождает. А, понятно. На полосе чё наковат? Первый. Такс. Ладно. Даю проверку на бафы, на пул. Ассиста по войду, да? А по локам? Да и по локам тоже. Всем? Да. Сопрот обязательно всем пить. На позиционку становимся. Хера себе, 440 резиста от огня. Хуя ты жесткий, чё, запы зачарил? И запы, и башка. Давай обмен. Крика на хп не хватает только. Будет. Дай мне тоже метку. Ой, ассист. Кого-то где-то кого-нибудь метку поставьте под, за кем, ну, в кого вставать всем, давай, чтобы давай, не было как на Библа. Он на Библа, да. Так, все готовы. Метки нету. А, есть. Флешмод прочека. Блять, что у меня? А, ну все, все заебись, поехали. Ковак, погнали. Перебежали. Видишь, что здесь он там меньше пробивает. Да, конкретно меньше. Чуть ли не в два раза. Каст. Побежали. Забрал. Прохил. Моба. Ближние два пускай доходят. Отконтроливайте. Моб идет, блядь. 400. Вы шутите сейчас? Где контроль, блядь? Жена. Чё-то вообще урона не... Да, слушай, реально, 400 вообще не было урона как... Каст.
сакру слил под четвертого. Все, молчите и бейте. Не надо флудить. Пять секунд заберу. Может, не рванули. Рванули, походу. Ты смотри на это. Радный. Баска. Прибежали. Оба. Два пускай доходит. Все, еще пускай два доходит. Он идут. Даже три пускай идут. Пусть. По воде. Вайка, можешь иногда притягивать? Каст. Заберу. А, блядь, меня стаки не обновили, что это. Сейчас заберу. Ты мне бить. Фаст. Я бежал. Нормально. Ты это там подхилишь. Десять секунд заберем. Каст. Перебежали. Тем не не тупить. Перебежали. Давайте гимна на ману. Слушай, ты. Ладно. Два пускай этот води немножко. Ты дел уже греет, да? Настюша пришла. Каст пошел. Прибежали. Пускай два моба эти заходят, те тоже пускай будут. Не надо корневать. Процентаж смотрите, или сильнее, или что там надо. Или хлопать надо будет еще один. Еще один раз хлоп. Стопаем тогда или что? Смотрите, 12 пока. Да, стопните. Стопните пока урон. Сейчас мобов 10 зарем мобов и тогда. Лужу поставил рейд. Зря вы, да не так. Сколько может, там ждем? 7%. Ждем каст перьев. После каста перьев будем переводить. Спускайте два моба. Перебежали. Два пускай проходят, все. Переводим, прохил. Того стопните. Фаза пошли. Все, ушли на фазу. Тут лужу быстрее.
Библ, давай вставай. Там, а народ диспел. Миру никто не дает на третьего феникса ставлять. Маги продиспельте монород. Что там, Яра или что, нет? Нет, на третьего. Третья с первым будет, учти. Второй... Я у меня фокус не стоит. Второй с огромом. Рассеянность первого. У меня фокус не стоит на Алла, расскажите? Каст идет. Перебежи. У нас один моб будет. Пускай сразу нас заходит. Зачем? И запустили монород. Логи. Пускайте. Монород таунчик. Вверх. Дайте маны. Перебежали. Быстрее, монород. Войда прохил пока тут. Фир. Монород. Фир. Каст. Перебежали. Че на втором? Кир. На втором агро. У нас один. На втором спокойно с агро. Забрал. Народ начинает там парить. Кир. Два заходит. Три зашло. Прохил. Прохил. Локи стаки были, а это Джунен поднимел. Фир. Этого не контрольте. Одного за... Двух за контрольте, который был. Перебежали. Фир. Кило там прохилится. Солбисов. Народ, зря ты сюда прибежал. Атмос пускай сможете. Привет. Анкила пока тут подними. Перебежали. Перебежали. Привет. Мазара просил. Кила подними. Контрольте. Неликс, дай ем. Помоги, парень. Этот пусть заходит. Отпустите звездочку. Контроль. Контрольте 3. Вы чё, блядь? Зачем? Yes. Доигрываем. Падение. Перебежали. Вверх. Кто, блядь, на дисплее? Ложить. Монород. Монород лежит, ложитесь. Чё они законтролили? Ай, господи. Да, чё нет, не хватает. Чё они скинули мобов? Жнен, какого хуя ты мобов не откинул? Если, блядь, видишь, что мобы до хуя идёт. Ну сейчас хуёвый старт, типа третий с первым. Что забейте. Так он же на нас не достаёт. Я понимаю, но факт в том, что это... На третьем бы отъехали, скорее всего. Ну эти... Сверхновый вообще что-то вообще не дамажит. Прям, блядь... Изи. Это что, ну да, просто, блядь, сколько? 4 моба зашло или сколько? Там больше. Лёш, можно вопрос? Чё? Я все правильно понимаю, монород первая платформа. Я то есть диспелю на первой платформе, ко второй подошли, я не диспелю. Да. Окей, так и было.
А монород дебил просто. Ну, тут по-другому не скажешь. Нахуя ты бежишь к мосе дисходишь? Нахуя ты сюда прибегал вообще? Зачем? Там люди, Полина кричит диспел, а ты у нас тусуешься. Я не беги сюда. Тут есть два хила без, блять, этой хуйни. Нас выдержи спокойно, будь там. Баф. Анкил, где ты, что ты? Суманите, я тут перекидываю немного того. Суманите анкила. Долго хила по рейду нет. Вообще самый идеальный случай, чтобы на меня согрол или на кого-то кинулся, потому что монород не может так, как мы это делать. Афа. Мы можем разбежаться по нужному. Помогай хилов диспелить, кстати. Помогай диспелить, короче, Полину, приоритет. Полина, Элбрил и пока тут. Вот твои три цели на второй фазе, которые ты должен мгновенно диспелить. Да, мы можем по тапкам дать и выбрать любого феникса. Ну, блядь, забей. Типа мы с самого больше там стоим, живем. Азум.